Абьюзер может измениться? Нет. 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 Это форма жизни, патология. Если вы будете позволять какой-то промежуток времени, это выработается. Ну, в принципе, он уже такой был, или она такая была. Это патологическое воспитание из детства. Если только сам не пойдет, или сама не пойдет, и через очень большие внутренние изменения, корректировку такую достаточно глобальную, в частном порядке, в плане семейных отношений или рабочих, или каких-то дружеских отношений нет. Без, ну, без преобразования, без обучения, без осознания, без такой титанической работы на себе нет. Нет. Бесполезно. Абьюз – это человек, который 24/7 пьет страдания другого. Как вы думаете? Как вы думаете?